В областной столице состоялось торжественное посвящение в кадеты и присвоение профиля «Юный спасатель» кадетскому классу Главного управления МЧС России по Тюменской области. Класс был создан осенью. С этого времени ученики 5-Б 48-й школы занимаются профильными дисциплинами на базе центра «Алые паруса». Ребята изучают основы строевой и огневой подготовки, проходят курс радиодела и оказания первой медицинской помощи. Впереди занятия по пожарной, водолазной и спасательной подготовки. Начало положено. В дальнейшем такие же классы мы будем создавать и в других школах с участием департамента по образованию Тюменской области. Поэтому нам только остается ждать, когда подрастающее поколение подрастет, поступит в вузы и придет в наши стройные ряды системы МЧС России. Мы их с удовольствием примем. Хочется пожелать детворе всего самого хорошего. Особую благодарность за воспитание таких прекрасных детей выразить родителям.